поехали дальше. Нас ждут великие дела. В общем, очень красивое место. И, кстати, я заметил, что дождь немножко перестал. Или, по крайней мере, сейчас перестал. Будем выдвигаться вперед. Вот такой вот хороший отельчик. Все нормально здесь было, все замечательно, все прекрасно. Вот. Особую благодарность я хочу выделить человеку, который придумал фен. Вот, это чудеснейшая вещь, фен, который называется. Вот она. Видите, смотрите. Просто чудеснейшая вещь. Я не знаю, кстати, почему называется фен. Как вы думаете, может быть, фен это... Может быть, так звали самого изобретателя. Как обычно так в жизни бывает. Вот, а может быть, фен это... Не знаю, какой-нибудь фантастический европейский наворот переводится. Или феерический какой-нибудь. Так. Ключ надо брать. Сейчас на всякий случай посмотрю. Ничего ли я не забыл. То бывают такие ситуации, потом... Сами понимаете, из солнечной Калифорнии возвращаться в этот городок. Я даже не знаю название этого города, тем более. Вот, из-за того, что что-то забыл, мне не хочется. Так, розетки я взял. Самое главное, розетку взял. Не розетку, а эту. Ну да, розетку, как она называется. Шнур этот. Вот. Все взял. Будем двигаться дальше. Вот, особая благодарность этому фену, человеку, который его придумал, потому что реально он красавчик конкретный. Как говорится, капитальный он. Красавчик, я так думаю, он капитальный, потому что он, возможно, на этом капитал еще сделал. Но даже если он на этом капитал не сделал, он в любом случае нормальный чувак. Потому что все свои вещи, вот буквально все свои вещи. Кстати, там еще была батарея, но батарея так себе. Вот, она тоже, конечно, чуть-чуть понта дала, но все свои вещи, благодаря этому фену, я, в принципе, высушил. Вот, у меня вчера полностью мокрые были вещи, включая одежду, куртку, все. Правда, я чуть-чуть еще вчера согрелся, ну, высушился в этом, в кафешке уже, когда вечером. Ну, это, знаете, была такая внешняя, чуть-чуть типа сухо, бывает такой вид, а внутри, когда все мокро. Вот, именно вот так все было. А вот этот фен, он прямо реально, ну, чуть-чуть, если не считать, там мелочи какие-то. Так, друзья, вот постоянно я как будто, не знаю, как будто я вчера тоже выехал в эту Европу. Смотрите, куда я приехал. Я приехал на нулевой, как бы, первый этаж, но в Европе я вот сюда нулевой нажал. Сейчас я собираюсь ехать на первый этаж. Или нет? А, нет, все правильно, я приехал. Грация, Милли. Грация. Грация. Grazie Italian train, grazie for you. Thank you. Вот. Так, как я вчера сюда пришел? Еще бы вспомнить теперь. Не помню. Так, секундочку. Кажется, я все-таки оттуда пришел. Все-таки я, кажется, туда пришел. Вот. Такие дела, в общем. В общем, находимся мы в Италии, как вы уже поняли, наверное. Если смотрели мои предыдущие ролики, находимся мы в Италии, друзья. Сейчас второй день, я двигаюсь на Австрию. Вот, вчера ехал весь день, доехал до Венеции из Рима, очень хорошо доехал, классно. Дальнейший автостоп был у меня просто ужасный. Это был невыносимый автостоп, я не думаю, что я больше, только если очень сильная надобность будет, буду под таким дождем стоять. Вообще, я надеялся, что он прекратится, но он так и не прекратился. Вот сейчас, даст Всевышний, я сейчас сяду на поезд, билет, который я вчера взял, и благодаря которому я вчера в этот отель попал бесплатно. Ну, то есть, получается, я купил билет, сколько, 20 евро примерно стоит, я сейчас не знаю. Получается, я за него переночевал в отеле, который вот этот номер стоит минимум 60 евро этот номер стоит. Это я знаю. Так, подождите. Скузи. Ну, трейн.
Трейн. Стасион, трейн. Трейн. Трейни. Да? Ага, грация. Так, сюда. Ага. Дритто, си? Ага. Грация, мили. Вот, дритто говорит, потом направо. Дритто это прямо. Вот. Одним словом, такие истории творятся, друзья. Я не знаю, вы поняли, что я сейчас сказал или не поняли. Но все есть как есть. Так, ладно, батарею я буду экономить, потому что батареи надо экономить. Вот. Не получается нормально записывать, особенно когда звонки, смски, очень много съедает все это. Вот, и в конце телефона ничего не остается. Я уже вчера этот подзаряжался уже от компьютера, что только не творил. Ладно, друзья, в общем, попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Даст Бог. Увидимся.